Погнали! 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 А куда мы едем с тобой? Мы едем с тобой на закат солнца. Видишь впереди? Это садится солнце. Между деревьев садится. Посмотри, какое оно. Розовые, мягкие, поролоновые сны. Едем на закат. Едем на закат. Едем. Мы едем на закат. Мы едем на закат солнца смотреть. На закат солнца. Что такое? Ничего. Я думал, что что-то такое. Я не думаю. Ничего. Ничего. А что такое? Я не знаю, что это. А? Что? Закат солнца. Закат солнца, конечно. Птичка? Не птичка. Не вижу, где птичка. Мама, она далеко. Далеко? Да, да, далеко. Далеко. Мне кажется, опять поедет. Что такое? Что такое, папа? Что? Что такое, боевые? Они? Да, они. Они постоянно поют. Очень любят петь они. Очень любят петь, София. Они очень любят петь. Как мы с тобой, только эти постоянно поют. Нескончаемо песни любят. Ой. Одень лаварюшку. Хорошо. Они любят нескончаемо петь. Бесконечные песни. Печка, а что такое было? Что такое, папа, не поют? Они что поют? Песни. Давай послушаем. The next we remember the nine planets whom we worship. Two line stotra, then nine separate ones also. I'll record both. Papa, do say. Ну что, как ты это скажешь? Сейчас будет дядя кричать. Дядя будет кричать? Да. Так. На колодце стоять. Давай послушаем, как они поют. Ну что ты скажешь, как они поют? Они... Изобрази. Там давится скрип, на гитаре. Наверное, еще на пианине, на гармошке. На гармошке даже поют? Ля-ля-ля, Богородице. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А я на скрипке буду. И на гармошке губной. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И на скрипке буду. И на скрипке. Ля-ля-ля, Богородице. А мама будет на гитаре, а я бы на скрипке. Ну, хорошо. А к чему эти пения? Зачем они нужны, София? Для чего я не пою? Для чего? Объясни. Объясни, для чего они поют? А? Потому что они... Потому что они... Чтобы они поют, они в чашу банки поют, а они
на дудочке, на гитаре, на скрипке, на крошке, на пёрке. Понятно, но для чего они поют там в этом храме своем? Почему они все время поют-то? Почему они все время поют? Вот я у тебя и спрашиваю, почему? Почему? Ну, я не знаю сам, потому что действительно... Это непонятно. Зачем мне все время петь этой Богородице? Вот скажи, пожалуйста. Богородица, это звездочка. А Богородица, это он видит. А звездочка очень... Ла-ла-ла, Богородица. Най-на-на, Богородица. Подумайте, что люди вполне приспособлены к дальнейшей эволюции, но сокровище должно оставаться спящим. Состояние сознания не допускает скорого продвижения. Каждая наша клеточка содержит миллионы миллионов проводов. Не для спячки даны тончайшие аппараты. Не для сомнений вычисляются такие огромные цифры, ведь они напоминают о беспредельности и о возвышенности существа нашего. Как мощно отражается космическая энергия в человеческом организме. Путь, София. Что? Это путь. Путь? Путь. А путь? Путь. Это наш путь просто сейчас. А, наш путь. Наш путь. Это просто путь, не более. Путь. А там солнце закат, давай посмотрим. Вот там красненькое, видишь? Красненькое там, далеко. Не, вот там. Вот там, видишь, там вот далеко, красненькое. Далеко. Видишь, где далеко красненькое? Далеко красненькое. Это путь. Там на солнце, там, а мы уже уехали отсюда. Все. Путь, да. Где это? Что там? Не знаю, что ты там видишь. Я ничего не вижу. А что ты видишь? Ничего. Ничего? Тогда чего ты отвлекаешь? Ну, тоже верно. Наблюдаешь, да? Наблюдаешь. Путь. 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 Пути, пути. Путь. Пути. 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 Который прячет такое слово. Да. О, камера. 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 По полям, по полям. Камера. Красный трактор едет камера. Там. У него в прицепе кто-то камера. Песенку поет. А ну, малыш, давай. Попробуй отгадай, кто же камера? Тоже, кто же в песенку поет. Камера. 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 Камера, камера, камера. А кто руль дергает? Кто руль дергает? Это мопс. 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 Эта собачка называется мопс. 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 А вон еще одна собачка. Впереди, что за собачка там? Это что за собачка? Это побежа собачка. А что за собачка? Как название породы этой? Это собачка Розе. Амбре. Как? Эта собачка называется длинношерстная такса. 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 Она такая пушистая. Пушистая, потому что это длинношерстная такса. Видишь, какая? Такса. Длинношерстная. Такса. Пушистая. Сейчас ждем света, где будет зеленый, там мы и поедем. О, такса идет. Пошла такса. Видишь, куда пошла? Видишь? Пошла. Что это? Такси. Что это? Такси. Что это?
машина ехала? Это такси. Такси? Да, такси. Так, а что она? Я такси, что ли, говорит? Такси, она кричит своей мигалкой. Мигалкой кричит своей? Да. Такси? Одна у них поножка. Один. А это машина. Погоди. Так а что она раскричалась, это такси? Это такси раскричалось. А вот впереди, вот там он тоже. На светофоре стоит тоже такси. Видишь, мигалки такой? Оно не кричит. Почему это не кричит, а то кричит? Как? Почему это не кричит? Вот это не кричит, а то кричит. Почему так? Ой! Ой! Так что? Как объяснить это все? Это такси на маленькую кричит. Может, это не такси было вовсе? А почему это было? А что это было тогда? Что это было? Такси? Может, это была скорая или милиция? Это и милиция. Или пожарная? Нет, она не пожарная. Не пожарная. Значит, это была... Скорая, а может милиция? Милиция. А что конкретно, мы не знаем? Нет, милиция, пожарная. Милиция или скорая? Полетим мы высоко, полетим мы далеко, полетим, полетим. Эх, папа. Так. Что, София? Что ты делаешь? Я остановился. Котика, давай ремни безопасности. Чик, чик, сняли. Нету. Одей перчатки. Смотри, показываю, София. Смотри, София, смотри, смотри. Разбегаешься и... Поехал. Пробуй. Опасно, подожди. А ты потому что не бежала до конца. А надо, вот смотри, отойди, я разбегаюсь. Только надо с такого места. Разбегаешься и... Так. Не, ты просто бежала. Смотри, ты разбегаешься как бы и толкаешься, прыгаешь как бы. Не прыгаешь, но толкаешься ногами. Смотри, разбежался, раз, два, три, четыре. И одной ногой оттолкнулся и поехал. Понимаешь? Пробуй. Вот еще раз пробуй. Давай и дальше. Давай гололед. Подожди. Гололед тестировать. Разбегаешься, разбегаешься. Разбегаешься и так катишься. Вот. Это ты брейк танцуешь. Давай не брейк ты, а этот. Как же этот называется? Мячик покатился. Ой. Не знаю. Разбегаешься и... Поехал. Пробуй. Опасно, подожди. А ты потому что не бежала до конца. А надо, вот смотри, отойди. Я разбегаюсь. Только надо с такого места. Разбегаешься и... Ты разбегаешься как бы и толкаешься, прыгаешь как. Не прыгаешь, но толкаешься ногами. Смотри. Разбежался, раз, два, три, четыре. И одной ногой оттолкнулся и поехал. Давай, пробуй. Вот еще раз пробуй. Одной ногой оттолкнулся и поехал. Но пока не получается. Гололед. А гололед опасно, ты упадешь. Упадем. Я ж тебе сказал, что сама не получится. Упадешь. О. Ну как? Я хотела просто побежать. Я мог покататься. Конечно, поэтому я тебя и держал, чтобы ты не упала на гололеде-то. Это будет скользко, вот так ногой толкаешь, так попа и поехал, видишь? Вот.
Давай. А хочу сама. Сама опять упадешь? Я не опять упаду. Ты только что, как что упала. Это не просто, это ж гололед. Погоди тогда, давай ремешок безопасности возьмем. Ремешок безопасности. Вставай давай, вставай. Все, раздвигайся и давай. Раздвигайся. Только упасть можно, так и травму получить. А так ты не разбежалась. О, видишь, скользко как. Так нет, так если ты снимешь ремешок, ты упадешь. Ты упадешь. Я хочу убегать. Я хочу снимать. Шлепнешься сейчас. Я не буду это. Я так не упаду, я буду сама кататься. Так сама упадешь. Сама не покататься. Ну попробуй. О, вот. Одной ножкой катаешь, а двумя. Молодец, настоящий гололёд. Разбегайся. Ты вставай, не виси на ремешке, а разбегайся. Поехали. Маску держи, чтобы на льду и разбегайся. А, скользко. Рожденное в неизмеримых глубинах пространства из однородного элемента, каждое ядро космической материи начинает жизнь при самых враждебных обстоятельствах. На протяжении ряда бесчисленных веков оно должно завоевать себе место в беспредельности. Оно устремляется в пространство и начинает вращаться в глубинах бездны, чтобы укрепить свой однородный организм посредством накопления и добавления дифференцированных элементов. Так оно становится кометой. Это ядро вращается между более плотными и уже неподвижными телами, двигаясь прыжками и устремляется к точке или центру, который привлекает его. Подобно кораблю, вовлеченному в канал, усеянный рифами и подводными скалами, оно старается избежать другие тела. Многие погибают. Их масса разлагается в более сильных массах. Те, кто двигается медленно, рано или поздно осуждены к уничтожению. Другие избегают гибели в силу своей скорости. Достигнув своей цели, подходящего места в пространстве, комета теряет свою скорость и, следовательно, свой огненный хвост. Здесь огненный дракон оседает для спокойной и организованной жизни, как уважаемый гражданин звездной семьи. Таким образом, сгустки, мировое вещество, становятся сначала странниками-кометами. Эти становятся звездами. И звезды, центры вращения, солнцами, чтобы охладиться до степени обитаемых миров планет. Идея эволюции аналогична, если и не тождественна эволюции Дарвина, идея борьбы за существование и первенство и переживание сильнейшего. Давай сейчас не будем спорить, даже мы с тобой. Ведь у меня есть синий трактор, он всегда со мной. Ведь у меня есть синий трактор, лучший бумер мой. Ведь у меня есть синий трактор, вот такой большой. Садись смелее, девчонка, полетаем. Пойдем, все. Синий трактор, уступи притормози. Синий трактор, синий трактор, не застрянет в связи. The next we remember.
the nine planets whom we worship, two line stotra, then nine separate ones also. I'll record both. Все, идем домой.